Более 70% югорского бюджета в минувшем году направили на социальную сферу. Исполнение главного финансового документа округа сегодня на заседании фракции обсудили депутаты «Единой России». Так, в прошлом году на образование, здравоохранение и социальную политику в регионе выделили почти 140 миллиардов рублей. Еще свыше 8 миллиардов ушло на развитие спорта и культуры. На жилищно-коммунальную сферу потратили 18 миллиардов рублей. Стоит отметить, что в целом расходы за год составили 275 миллиардов. При этом доходы округа увеличились на 13 миллиардов рублей. Основная часть поступлений – это налоги на прибыль. В столь сложное время, наверное, хочется отметить, что действительно правительство сработало профессионально. Дума Ханты-Мансийского округа также сработала достаточно грамотно. Параметры бюджета в целом исполнены. Ну, как всегда, Югра лидирует в том, что у нас более 2/3 бюджета идут на социальные, скажем так, направление – это здравоохранение, образование, социальная сфера. То есть мы как бы вот стабильно держимся в этих параметрах, и это очень радует, потому что все-таки испытания были сложные, пандемии, но вместе с тем мы их достойно прошли.